Всем привет, чуваки, с вами я, PandaFX, и до выхода FIFA 18 остается совсем немного. А это значит, что нужно пилить какой-то контент по FIFA 17. И вы знаете, я так давно не играл в FIFA 17, что я даже уже немножко соскучился. Так что для вас я приготовил марафон видеороликов по рубрике Need for Speed. Если кто первую пилотную серию не посмотрел, обязательно посмотрите. Сейчас выглядит моя команда вот таким вот образом. И, собственно, что мы делаем? Я постараюсь выпустить около 7-10 роликов, но все зависит только от вас. Если под каждым видеороликом собирается около 20 тысяч лайков, то следующая серия не заставит себя долго ждать. А точнее, она выходит уже на следующий день. Поэтому, если этот ролик собирает 20к лайков, вторая серия выходит завтра. Ну и так далее, пока вы не перестанете собирать по 20 тысяч лайков. Я, конечно, понимаю, что просмотров будет немного, не так, как на кликбейтных видосах, но хотя бы если будет по 150 тысяч, то я буду доволен. Вот это пресс. Разве это пресс? Вот это пресс. Делай ставки и побеждай. Покажи настоящий пресс. Эффект 1xbet. Зашел, поставил, победил. Ну чё, пацаны, стартуем. Будем играть мы не в 10-м дивизионе, как мои всякие там коллеги, а в первом, мать его, дивизионе. Сильное заявление. Правила немножко усовершенствовал. Ну, гол, собственно, меняем одного игрока. Если я даже проигрываю, то в любом случае за один матч я играю одного игрока и, собственно, за рейдж-квит еще одного игрока. Ну, как бы, если бы не эти правила, мне кажется, эта рубрика была бы бесконечной. Как же долго я искал соперника, вы просто себе не представляете. И команды, конечно, да. Единственное, на что мне стоит надеяться, на то, что я буду красиво распасовывать там и вот, да, конечно, ага. Кто-то забегает. Ой-ой-ой, Тотти! Франческо! Блять, я подошел к воротам, это уже неплохо. Знаете, я вот сейчас играю и не сказал бы, что я прям намного хуже соперника играю. А это первый дивизион, на секундочку, чтобы вы понимали. Так, Месут Озил. Нет, Тагуэрчик. Удар, баран! Хорош! Не особо зрелищный матч у нас получается, практически без моментов. Так, Серхио, Тотти летит, блядь, на каком пейсе он только что летел, я в ахуе. Так, Златан, хорош, баран, блядь, пока что только баран тащит у меня в команде. Так, подача, вносим, Ибр, гол, нет, фух, пронесло, вот это провал. Если честно, я не знаю, откуда этот провал вообще взялся, баран тащит. Я, если честно, думаю, что мой соперник там в диком ахуе. Баран снова тащит, блин, все в барана летит, я просто в ахуе, блядь. Ой, бля, ну все, ГГ, ВП. Бля, ну как обидно, ну бля, ну пацаны, ну вообще не по делу, блядь. Ну что за говно, блядь, ну баран так тащил, в итоге на каком-то дебильнейшем отскоке он мне забивает гол. Ну несправедливо, нихуя, ну серьезно. Так, пацаны, последний шанс, ну-ка, император. Гол! На нахуй, блядь, 1-1, получай, блядь. 80-я минута, пацаны, блядь, охереть, как это охуенно, пацаны. У моего соперника выходит Суарес, я более чем уверен, он просто в ахуе от того, что происходит. Потому что такой состав составил ему такую конкуренцию. Хорош, Бускетс. Ебать, Бускетс сейчас мог забить. Ну, конечно же, это Бускетс, блядь, с таким ударом. Все, победа. Это ничья, но для меня это как победа против такого соперника. Фазио уходит, и вместо него выходит Доуглао со скоростью 44. И Фрэнки Лэмпард, у которого сыгранность появляется Спирло. И это довольно-таки неплохо. Ну, и уходит Хаби Алонсо. Бля, чувак, ну ты, блядь, из-за формы ливаешь, серьезно? Бля, надо форму поменять. Ты бы видел мой состав, охуел бы там. Я думаю, даже удивляться не стоит тому, какие соперники мне будут попадаться. Как бы в этом весь интерес, то, что я таким обоссанным составом должен побеждать вот таких вот пацанов. Так, Абуба. Это гол, наверное, да. 1-0. Чё за хуйня? Я ничего не нажимал. Пацаны, я меняю одного игрока, меня не ебёт. Как бы соперник ливнул. Как бы если даже не ливнул, то матч разъединился, поэтому окей. Уходит Джон Терри со своей скоростью 34 и выходит Сесар Навас, скорость 45. Следующий соперник, и вот тут я хотел сказать, что более-менее по-божески, но все равно тут есть бои, Погба, Ибра. Удар, худ тащит, блядь, что за отскок? Бля, пацаны, не надо, не привозите, усатый, хвостатый красавчик. Так, Тотти. Франческо, ну я не знаю здесь, что делать, кроме прострела. Гол! Блять, я забиваю гол. Бля, пацаны, как же я охуеваю от того, что я творю этой командой, серьезно. Кто-то. Так, у
усатый инвалид. Усатый инвалид. Блин, нихуя, какие передачи делает инвалид. Такая команда, и я ей вообще нормально играю. Не чувствую вообще, что сыгранность там какая-то хуевая или нет. Все нормально хуярят, Тотти. Я не знаю, что говорить, серьезно. Я просто в ахуе. Я не знаю, как вы там, но честно, я в ахуе от того, что творит эта команда, и в частности Тотти. Пиздец. Вы понимаете, то, что обычный Тотти у меня играет лучше, чем его СБЧ карточка. Ну, я думаю, кто видел обзор, тот знает, о чем я говорю. Так, так, опасно. Может быть, опасно. Блять, баран! Нет! Ну, блять, ну почему такая херня каждый раз? Что в прошлом матче, что в этом, блять, ебучий отскок, блять. Ну, баран вытащил, красавчик. Ну, опять же, блять, как же меня это бесит, блять, когда... Ну, ладно, все, в пизду, короче. Сам себе настроение порчу тем, что я рейджу. Так, Ганзо. Ганзо, блять! Хороший удар был. Так, Златан, лонгшот, баран. Я не понимаю, как баран это делает, серьезно. Раз за разом он меня удивляет. Сейвы хуярит просто один за другим. Так, так, опасный момент. Стрел, нет, пацаны, пацаны, пацаны. Блядь, что я делаю? Ну это гол. Блядь, какую же херню я сделал? Вот и все. Проебано преимущество, два мяча. И оба мяча абсолютно глупые. Не сказал бы, что прям пиздец как по делу, честно. Так, Касану, Касану. 3-2. Тихо, тихо, спокойно. Кто? Кто снова забивает? Император! Охереть! 3-2, подождите. Я раньше времени не должен дезморалиться, потому что я знаю, на что способны эти пацаны. И опять же, более чем уверен, там соперник просто в диком ахует то, что происходит. Бля-бля-бля-бля, Погба. Хорош, хорош, хорош. Бля, пацаны, пожалуйста, 80-я минута. Я буду играть аккуратно. О, Тотти! Я в шоке. Я просто в шоке от того, что делает Тотти. 4-2 в первом дивизионе. Такой команды. Охренеть, пацаны. Бля, император толкается, бежит. Бля, я просто в шоке от того, что он творит. Вы посмотрите просто. Ну, соперник там уже на полной дизморали. И Пирло. Охренеть. Какая красота. Ладно, я уже не буду праздновать. Не, честно, я хотел не праздновать, а он, блядь, нахуй ломает еще об колени свои. 5-2 счет, вы просто вдумайтесь, 5-2. Кто бы мог подумать об этом, блядь, что будет такой счет, когда он мне забил второй мяч. Все, пацаны, победа 5-2 над таким соперником в первом, мать его, дивизионе. Я не знаю, как это комментировать. Тотти лучший игрок матча, 3 гола. Денчик Фломастеров, если ты смотришь мое видео, я играю таким составом в первом, мать его, дивизионе и умудряюсь выигрывать. А ты со своими легендарными составами играешь там в пятом и шестом дивизионе и... Подумай над этим. Пацаны, я забил 5 мячей, меняем 5 игроков за победу еще одного игрока. И я тут подумал, давайте за хет-трик еще плюс одного игрока. Ну, то есть, если кто-то будет хет-трик оформлять, мне кажется, это нормальная идея. И в итоге 7 игроков я сейчас поменяю в своем составе. Первый топовый игрок в моем составе. Ну, топовый в плане рейтинга. 89 рейтинг, 61 тысяча, скорость 46. И выходит он вместо Ганзо. Остальные все замены вы можете видеть у себя на экранах. Там нажмите на паузу, кому интересно, потому что каждого перечислять, ну, это очень уж долго. Отмечу Бастина Швайнштайгера, еще один высокорейтинговый игрок. Карик, Роландо, тоже легенда моего канала вышел. А вот эти вот ребята уходят. Усатый инвалид, Касано, Пирло очень круто сыграли вот эти вот два итальянца. Худ, Бускетс и Навас. А у меня на сегодня все. Вот такой эпичный выпуск у меня получился. 20 тысяч лайков, и следующий выпуск выходит завтра. С вами был я, PandaFX. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем хорошего настроения. Покедова.